Сегодня 25 июня. Приехал пополнение в лагерь в лице Загуляевых на личном автомобиле. С миром! Как доехали? Эй, забудь своих тараканов. Вот в туалет хотят все сразу. День добрый. Соня, это Маша. Я пока вас запомню. У Сони Соня постоянно плачет, а я там улыбаюсь. А тебя как зовут? Добрый день. Добрый день, мой Степа. Привет. Я Владимир. Живешь? Здорово. Часть в этом. Сейчас они придут и разберут, где чьи монатки. Маша, можно нести туда? Не бойся, не нет, бойся. Пока будет. Маша. Смотри, какие у меня. А реализация еще. Им по сколько лет? Им по 5 лет. По 5. У нас вроде бы закон, по 5 лет надо с мамой. Ну у нас мама в больнице. Кем ты старше? Я старше. Молодец, Кирилл. Ты вообще взрослый. Так, краники тоже на кухне. Нет, Игнатий. Так, вам один и мне. Пойдем? Ну, давай. Сапоги там все выгружаются. Ты вот это вот закручивай, иначе ты потеряешь. Завязывай. Я сниму это. Почему? Алтай. Алтай. Пойду я вот это на кухне верну. Привет. Помочь? Не знаю. Папа, а можно мне поможет? Нормально. Дай понесу. Да это легкотня вообще. Смотри. Легкая. Это за молоко, это легко тащить. Сейчас все разнесет, и я не найду. Я сказала оставить там, а сказала? Да. Вперед туда неси обратно. Ну, Тарас, ты неси свои вещи. Сапоги твои где? А, сапоги вот они. Это не твои. Где твои сапоги? Вперед, ищи сапоги твои. Да ладно вам уже. Вот твои вещи, твои сапоги, забирай. Ну что, забирай? Забирай. Вот маленько, вот, давай. Ты все достал, Саша? Ну, да, все, сапоги мухи. Достал. Там Иринин как-то сейчас. Иринин тоже надо достать, ты его домой не повезешь. Или завези к Ирине. Зайдешь туда? Вместе не завезем. Да, мухи. Володя, рыбу в морозильник прибери, смотри, два пакета. Садитесь. Пойдем пока, девочки, берите свои вещи и к ней несите. Я пока пойду отсюда. Ты не забыл? Да, нет. А мне скорее. Я вот у меня. Вещи, которые я хотела вас перенести. Куда? Саш, вон туда вот. И мою сумку, мою большую тоже.
Быстро одеть. Удобно, неудобно. Надо было дома разбираться, пока удобно. А потом, когда приедет ударить, гости. Шесть раз в колокол ударить надо. Это если он шесть раз хочет ударить в колокол. А после обеда? Ну, давай. Иди, садись сто раз за стол. Мухи тут летают. Вот с этой стороны отходи. Чай. Компот. Компот. Молоко. Остокваша. Блины. Ватрушки. Вода питьевая. Тимофей. Садите за стол. Раз. Давайте, поднимайте стол. Там может где третий занят, там для вас еще занят. Поднимайте, пожалуйста. Ладно, ладно, сейчас. Дежурный, давай обслуживайте. Ручки. Где остальные? Старшие. Левый, кстати, сколько? Покажи Леве. Галя-то, Саша, иди. Дети мои, а вы что, за столом? А вы молились? Стендап, let's go. Ну ладно, мы пока им разнесем. Тарасий. Убирай от меня. Это дядь Володя. Ой, дядя Володя, ты что-то маленький. А тут маленькие все стали. Нет, нет, давайте. У нас пасточки вывели. И там, видишь, так, результат здесь с водой. Вот, вот, против. Чтобы кошка, не она чисто плотно, она, иначе она достает. А так боятся ли воду. Вон, вот. Крыжогузка, две ласточки, в бане ласточки. Тоже при бане. Вот. Я не могу стараться. Ну, Саша, давай.
Ложку. А не облей. А, ложку сейчас. Ложку. Это целый компонент. Ложку-то дай большую. Ну давай ту. Вон есть. Тарася, что тебе? Ешь пока. Сразу компот дать. Или там молоко что-то заказывать. Что это компота? Маленький. Дядь Володь, вам что? Дядь Володя, вы что пить будете? Ой, а я тебе компот дала. А, так. Дядь Володя, молока. Да, дядь Володя, молока дать. А вы что будете пить? Ну, есть я буду. Молоко есть, чай и компот. Да, еще просто паш. Она показывает тебе чай. Почему не дает? А у нас что? Что ты делаешь что-то? А что стоишь только с ним? Ну, я говорю, компот Ксюша. Дежурить это непростое дело. Ты слуга все. Да, знаю я, что слуга. Компот будешь, Ксения? Ксюша, вот. Чужих, тут много стало. Тося, тебе компот или молоко? Чай. Что такое? Чай. А у нас нету чая, компот или молоко? Есть чай, есть. Да, вот, чай. Так, да, вот здесь никто не там. Чай. А, сейчас, трошки я забыла взять. Ой, горячий. Ой, чай. Я хотел спросить, где Галя? Я тут. Тут я. Вы слышали эту беду-то в коронавирусе? Да. 14 ребятишек утонуло. Да. А, блин, президент дал указание, все лагеря трясут. К нам сразу милиция приехала, прокуратура. То что было? А, блин, все у нас хорошо. Но... Вы на кота наступили. Ой, я не видел. На бумаге вам придется написать, что мы детей привезли добровольно. Вот такого содержания. Условия содержания знаем. О, такое-то, такое-то. С них требуют, больше ничего не требуется. И они решили больше к нам не приезжать, позвонили и говорят, все хорошо, мне надо перезванивать будем, как дела. Нам, говорит, отчетность давай. Нет, за что плачет, а у этих не было, у дробот. Позвонили домой, я дал адрес. Они там электронка, вы как переслали. Так, дядь Володя, а где у нас еще ложки? Ты что, всех наворовал, что ли? Это мне день ночью наворовать, то этих. Больше ничем не занимается. Где у нас еще есть ложки? Одна. Смотрите, у кого что надо, чтобы в чашках, кружках ничего не оставалось. Возьми вот эту ложку. Так, у нас сейчас 2:30. Огнешь тебе ложечку. 5 службы начинается. Тут батюшка или нет, вот у нас вопрос. Он сегодня свидетелем в суде выступает. Игорь Барабаш кому-то продал в Рубцовске гречку. Тот расписку написал, а теперь, пожалуйста. И на сегодняшний день где-то 800 тысяч. Это деньги. А нету только фруктов. Нет, и все. А расписка, говорит, это я просто так баловался, расписался. Маленько-то есть, давай. А мы-то, видишь, все снимаем, машина стоит, номера, все. И Игорь теперь понимает, как важно это дело записано. Все, уже он никуда нет, шофер стоит. И вот поехали, значит, батюшка, матушка, вроде бы. Я так слышал. Ласточка, видишь, часы заслонили. А, там привет, наверное, кончится? Японцы, говорят, специально создают вот этот шум, чтобы ветерок был. А где-то деревья такие,
ну, особо элитная. Я самый лучший. Не разговаривай. Вот это колебание веточек перед глазами очень положительно влияет на нервную систему. Слышишь, нет, что я говорю? Нет, не слышу. Ничего вообще не слышу. Галя, я тебе говорю, ты ничего не слышишь. Я не слышу ничего, значит. Не понял, самые элитные рестораны, говорит, они вот это вот садят, что колеблется перед глазами. На нервную систему положительно влияет. Володя, где тряпочка для Ну мы столовую другую сделали, опять там обедали. Там где-то. Сегодня еще с бани только что пришли, распаренные. Сейчас пройдет час, полтора. Ляжьте, отдохните. Чтобы на службе не спать. На, тряпочку, это что? Это второго марта. Спать-то будет все равно. Половинку там. Ты плещешь много прямо, видишь, забрызгиваешь. Носите так кружки, чтобы ни одна капля не упала. Не плещите из кружек. Кому молоко, простоквашу, чай, компот. Выбор. Деревенские сегодня принесли блинов, другие ватрушек. Живем. Дежурят, по очереди приходят. Махни рукой ему. Значит, бумага там лежит, говорю, напишите. Молоко Ливии. Что написать? Что ребятишек привезли добровольно. Но до я такого... же сама здесь, я же не уезжаю. А, им отчет надо. Ну, я вам напишу все, что угодно. Бумажка. Может, она не потребуется. Хорошо, добровольно. Давайте отдельно Галя напишет, отдельно я. Я говорю, сама здесь. Я говорю, да ты ничего не знаешь. Главное, бумажка. Без бумажки таракашка. Ты пиши, что ты отправил жену и детей. Добровольно. Ой, зачем это? Как чайка, вот. Наша ласточка часть закрыла. Да, часть молоком. Опусти руку, не пугай ее. Вон Володя показывает, пожалуйста. Надо в бедности, я всегда говорю, научиться жить красиво и интересно. Без ропота. В интернете говорят. Латкин бедный, говорит, а богаче его, говорит, никого не знаю. Бог как делает. Стряпку, давай уже стряпку ходишь. Мы еще тоже зарядились на три пруда. Но переезд не можем, голова оттуда, мы даже сон потерял. Надо, чтобы дорога, и там промыв 10 метров примерно, не глубоко. Сделать так, чтобы весной вода проходила и не размывала. А сейчас сделать так, вот дорога идет, теперь как бы немножко опускается до воды и поднимается, а в этот прорыв прошла вода. Ничего не можем сделать. Я подсчитал, сколько кубометров, какого, этого нету. И решили из дерева сделать, а дерево это понтон, оно поднимает. А надо, чтобы вдавить. Были бы блоки какие-то, ничего не могу придумать. Никто ничего не знает, в интернете обратился за помощью. Вот это первый мостик, а второй поднять метра на 2 года можно. Мы же в прошлом году все успешно сделали. Вы поехали по дороге, видел? Ну там уже Игорь попортил нам со своей брызгалкой поехал, а колеса у него как железные, он прям разрезал трассу. Ну потом подбросали. В интернете видел, в интернете, что мы делаем тут? Ну я не все, но видела. Вот так. Посмотрела, сколько детей. Вот это что? Шестой квашник. Вы мне можете налить чаю. Чаю? Да, кружечку. А тебе наворачивай бабушки. Чаю брать не хочу. Значит, пишет это Катя Тинникова, которая принимала крещение-то. Кувинка из Красноярска. Только что закончила защиту диплома. Просит сюда. Я говорю, пожалуйста. Я дождусь, говорит, до 30 числа, когда получает стипендию. Вы добросы со стипендией такой. Езжай, а прокормим. Сколько девушке лет? Сколько ей лет, Игнатий Петрович? А? Сколько ей лет? Ну, я не знаю. Ей где-то за 20. Университет закончила в этом году. Игнатий Тихонович, ей где-то
Миша, побыстрее. Ложку у тебя пощатнуть маленько. Последний кошка приблудная, где-то окатилась, видать, вот выходит. Прикармливаю. Она горячая? Горячая. Но. Обманула я тебя, горячая? Подожди маленько. Сейчас. Рыжая ушла, нигде нету. Чужая пришла. Нету. И вот как они у нас были, эти в полиции, в милиции, в прокуратуре, мы все засняли. А вот это я не смотрю. Лицензий никаких нету совершенно. Нам утро позвонили и говорят, проверки у вас больше не решили не делать. Ну, звонки только будем, а это проверять как. Он уже поел. Ты поел, Никита? Меня там не поел. Ну, снимай. Снимай. Так, блины давали? Да. Наел ты, Саша. Вот ты кашу не ел. Если бы это у нас был каждый день, мы бы сказали срезать погонщики. Да, я уже видел. Знаешь, да. У нас имеет право носить только 3 человека. Севастьян, он военный, Львов Николаевна. А теперь на расчетвора июля. А Надя Дмуха. Надя Дмуха. А? Надя Дмуха, медик. Надя Дмуха. То есть они военно-призывные врачи. А, компот. Так, смотри, Маша, компот. Там. Ну, отнести молочка. Вон там девушка крайняя. Да, я уже сказал. Девушка моя. А мне вот так показывают молоко. Как? Значит, у нас какие нам новости? Костер в пятницу, нам не хватало одного ребенка, 11. А костер когда 12? И решили сегодня костер, так что готовься. Ура! Будет костер. Мы успели. Готовьте песнопение. Хоть какой-то инструмент привезли, нет? Нет. Мы еле вместились в свой автомобиль. Ну ладно. Тимоша приехал. Пусть с какими просьбами только не приходят к нам. Стёпа, не скушайте. А Витя Савченко почему не идет кушать? Витя Савченко, знаешь, женатый заботится, как угодить жене. Понятно. Он сейчас все переоборудует, по теплому туалет вымыть ее оттуда. Но он у нас официально числится как старший воспитатель. Но, так сказать, временно отсутствующий. Володя все выполняет. По собранию мы его не провели, потому что он 13 лет был очень заслуженным. А тут неприятность, у него пила перестала работать. Он пошел, взял Алексея, дал ему загулять, а порвалась цепь. И мы вручную сейчас все это. С утра до вечера, мы, знаешь, вот на самом конце ипподрома, какие лошади взмыленные, вот такие. Торопимся скорее. Потому что везде, где другие пруды, прорывы были, столько деревьев пилим. Вот так, когда прорыв на 10 метров. И решили два заплота сделать с двух сторон, стянуть между собой, а потом нанимать бульдозер, только придет. Бульдозерный еще опять обойдется это в 200 тысяч. Ужас один. Но зато есть, что у нас рыба большая будет тогда. Приезжайте за рыбой. Окуня заведем, карася, карпа. Но пока идет подготовка. Лесные братья. Вот они сидят. Это Виталий новый. А Никита уже знает. Виталий новый, это не Калинников. Никита тут уже пообмяк, пообтерся. Никита старый. Ну что, все? Да, это Володя старый. Так, кто не доел? Вот еще. Она на стол заваливается. Ты еще балуешься сидеть. Да. Ешь быстрее. Лесной брат среднего возраста. Ешь быстрее. Сон на рассвете сил. Быстрее ешь быстрее. Ну ладно, они помолятся, а потом вернутся назад. Вот так. Володя, что-то дали. И кошке чашку заведите. Ты
У меня самый маленький рядом. Вот эти малыши звать, Соня и Маша. Я их не отличаю. Но одной была юбка трехэтажная, у другой двухэтажная. Они юбки поменяли, сейчас не могу еще понять. Потапкам. Потапкам, упаковкам. Ладно, дай здесь постарше на 5 минут. Да. Самый младший. Одна, другая старше на 15 секунд. Ну тогда колонны остановились. Рядом. Эти тоже гаврики похожи рядом. Кое-как размерились. Господи Боже наш, ты дивно невидишь, слава тебе. Милости твои безграничны, щедроты твои не имеют конца. Помилуй нас, Господи, благослови. И вразуми об этом деле, о чем рассуждаем мы. Поставь твою святую охрану, благослови власти. Утишь скорбь родителей, потерявших детей. Продли мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Слава тебе, Отец, и Святой Дух. Аминь. Ну, ладно уж, раз попутно сразу. Кто приехал, выходите сюда. Знакомиться будем. Порядка. Новые, старые. Ну, говори, как тебя звать? Леонида. Леонида. Вот кто не знает, знаете. Так, потом. Сейчас. Потом. А остальных сама через время узнает. Из Барнаула? Ну вот она все знает. Остальное, она давно у нас была, уже знаем. Кто? Ливия. Ливия. В буква В. Не Ливия. Ливия такая страна есть. Это такая святая была. Потом познакомиться. Они родные сестры приехали. Это их брат. Во славу Божию. Кто? Агния. Агния, да? Вот. Запоминайте. Между собой подружитесь. Мы их всех хорошо знаем. Ну, ребята, у нас тут нет, никого не отчислили еще. А кошка легла у ног, избрала себе кого? Ксению. Ксения, тебя кошки все любят. Это цени. Ну и все, с Богом. А это их брат, защитник Тарасий. Так что познакомьтесь. Вот. Живой парень, не прячется. Тимоша, поближе познакомься. Он нигде в стороне не бывает. Конечно, за это ему иногда выговор может быть. Но это активность. Благодарю. Ну вот и все. Значит, я говорил, через час-полтора приляжете отдохнуть на час, а к 5 без 25 выйдете в церковь. Батюшка, наверное, приедет. А остальное расписание. Завтра думаем после службы провести занятия в шалаше. Мы ни разу не проводили. Почему в шалаше не спят? Потому что дети, и мы, видишь, враждебные люди есть вопрос, он пожароопасный. Когда сейчас дождь прошел, это ничего. А так, когда, ну представь, сено, это же просто так. И поэтому, а днем-то мы там собираемся, это очень хорошо. Все знаем, видим. Только по этой причине. Потому что, ну, не приведи их Господь. А человек, если запалил, там не выскочить никуда, все запечатанное пространство. Пока у нас Бог милует. Выходи. Рассказ. Шесть раз надо ударить. Кого? Шесть раз? А написано там такое? Да. Ну, бейте. Кто будет бить? Я. Давай. Бейте во все колокола. Бейте на все колокола. Не знаю, Не знаю, Не знаю,
А ты покрупнее, Маша. Ну-ка, Машенька, иди сюда. Иди сюда, Маша. Маша немножко покрупнее. Что тебе ровно? Дам! Я потом вас причешу. Девочки, причешите малых. Забежите в бусы. Пойдем. Расческа, где девчонки? Викусь, доставай расческу. Сёнь, Маш, пойдём. Нет, мы пойдём все в одну. Нет, она с тобой, Галя, мерит. Выше тебя, дескать, ростом. Я ничего не потеряла со своим ростом. Меня скоро дочери перегонят. Ксюша, так и ты выше меня, смотри. А вы знали друг друга? Она выше меня. Она выше меня, хотя младше меня. Модель. Ну вот так. Надоело. Два. Маленькая пойдет. Нет, нет, нет. Я только спросил. Смотри, что-то надо дать тебе с тобой. Ничего не надо. По секрету. Ну все, тогда свободно. Так, вещи распределяйте, куда надо все. Я уехал. Понятно. А говорят, Лео, можно к нам? Что ли, в теле или что? Ну, если ласточка, придется в другую телю. А куда мы там все не влезем? Там только одно место в той теле. Какую? Телья совершенно пустая. Вот пустая. А или это? Моник там Тарас, ему там на то. Так, ну ты тогда мне помоги вещи перенести сюда. Мы тут будем жить? Ну тут будем жить, там ласточка разживет. А что тут классно? Мальчишки раньше жили. Ну-ка дай понюхай. Это для наказаний. Келя, для наказания тут будем мы тут жить. Цепи не висят, дубинки не висят тут. Ой, паук. Цепи, крючья, скорпионы. Скорпионы. Я бы там спрятаться в тумбочку. Ну, несите свои манатки сюда, девчонки. Давай, прикроем. Девочки, надо, чтобы вы сейчас заправили постельки. Эй, заходи, иди, заходи. Нас, Никита, можно не переписывать, мы дома все переписали. Ой, давайте, располагайтесь. У нас вон еще Келя свободна. А где ласточка? Где? Гнездо. Вот большая. Вот, вот первая. Она там хоть есть? Называется «Откуда рожать». Летает, летает. Смотрите, не выбирайте выше. Огнюшенька, сапожки забираем, мы тут не будем жить. А можно она там? Нет, Огнюша будет со мной. К вам скоро девушка приедет. А мы тут губы раскатали жить. Пойдемте, девочки мои. Смотрите, если у нас большая нужна будет, мы эту келью можем освободить. Вот. Да нет, у нас не большая, нам хватит. Мы там лук хранили в прошлом году. Что ты в девчачью келью зашел? Все нормально? Да. Ну, сами тогда меньше заносили. Которые до 1000 разницы нет, одинаково. Да, одинаково. А вот здесь трясогузка поселилась. Вон паникует там. Она отвлекает. Панику наводит. Посмотреть может, где она. Такая длиннохвостая. А вот же она сидит. Вот она сидит. Так что тут будут жить. А тут тоже одно время ласточка заняла, мы эту келью освободили. А тут обустили, вот тогда загородили, чтобы обходить, чтобы ее не пугать. Ничего нету. Кому не списал? Вопиющие, бедные, сейчас из каждого угла. Вот, воробей тут живет. А вы такие бедные творите. Так, сразу, после так утонули. Это 14, я не знаю, как вот они одного не могли найти, там утонул где-то. Нашли или нет. И ничего там не видать, отойди от нее. Вон она, вот как видишь, беспокоится. Отойди. Вот она. Щелюком прилетела. Не кормить надо. Давай, давай. Спокойно. Там это. Прочь, хватит, пошли. Ладно, пойду, пошли. Вон на лестнице. У них гнездо вот под этой. Но мы не будем шуметь. И они паникуют. Это называют ледоломка. А ножки тоненькие. Наш отец говорил, ну какой налет может сломать, говорит. Она первая прилетает. Надо же Господь открыть, а какой у них галстучек-то. Ну так, все.
Это, Никита, посмотри там, ты подойди к ним. А то уж нагляделся. А ты влезешь в тумбочку? Она казань. Ты влезешь в тумбочку? Я не влезла. Я влезла. А я не влезла. А я точно не влезу. Я не влезу. Попробуй ты влезть в тумбочку. Я, наверное, влезла. Где Никита? Лео, попробуй влезть в тумбочку. Я влезу. Я не влезла. У тебя усы выросли. У меня ступни не влезли. Усы с любовью. Из Сибири с любовью. А где Тарас будет? Так, я пойду зубы поскребать. Это чьи резинки? Сонечка, пойдем расчесываться. Будешь моей расческой расчесываться, пойдешь? Она будет спать. С нами. Ливичка. Ливичка, дай мне самое темное белье еще стараться. Армия.